Всем привет, меня зовут Анастасия, и это канал «О жизни в Турции». Сегодня мы пойдем к соседке моей, к турецкой, и будем готовить очень популярное в Измире блюдо, это мерджмек кёфте. Нам нужно взять килограмм именно желтого мерджмека и хорошенечко его промыть. И поставить на огонь вариться. Один пучок укропа, один петрушки и один мяты. Нужно ножки хорошенечко оторвать и хорошо все промыть. И оставить для того, чтобы у нас немного стекла вода. После того, как у нас сварился мерджмек, нужно добавить туда 3 стакана булгура. Точные пропорции смотрите у меня в описании под этим видео. И очень хорошо это все тщательно промешать. Закрыть крышкой и дать ему немного настояться. И в таком же виде он должен сам по себе остыть. Берем нашу зелень и по отдельно листочки отрываем, освобождаем их от ножек. Ножки нам не нужны. И мелко все это режем. Турчанки, в отличие от нас, все режут руками. Я за 7 лет так пока еще не научилась. Наш мерджмек практически остыл. Добавляем сюда томатную пасту и пасту болгарского перца. И заливаем все это оливковым маслом. Если нет оливкового, можете другое. Просто мы на Эгейском побережье пользуемся только оливковым маслом. И добавляем сюда специи по вкусу. В данном случае это у нас кикик, мята и черный перчик. И соль, конечно же. И бросаем нашу нарезанную зелень. И тщательно нужно это все перемешать. Мелко нарезаем репчатый лук и добавляем к нашей каше. И лепим удобные вам по форме котлетки. Обычно эти котлетки в Турции едят с листом салата, с марулом, заливая его лимоном, выжатым свежим лимоном. Если вам было полезно это видео, обязательно поставьте лайк.